Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать легкий узор для пуловера. Вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 5 петель. Для примера мы наберем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Держим петельку, набираем одну воздушную. Возвращаемся назад. Ту петлю, которую держали, и провязываем ряд столбиками без накида. Для новичков столбик без накида. Мы не одеваем рабочую нить на крючок, а сразу заходим в петлю, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе. Это и есть столбик без накида. Еще раз заходим в петлю, вытягиваем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе. Это и есть столбик без накида. Вяжем ряд столбиками без накида. 10, 11. Мы с вами провязали первый ряд. Начало второго ряда у нас 9 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поворачиваем работу. Отсчитываем 4 столбика внизу. Заходим в пятый. И привязываемся столбиком без накида. 1. Это и есть начало второго ряда. Набираем 8 воздушных петель. 5, 6, 7, 8. Заходим в последний столбик и провязываем столбик без накида. Последний столбик или одну петлю подъема. Объясню, почему тут 9, а тут 8. Одна воздушная петля заменяет нам столбик без накида. Поэтому вначале мы набрали 9 воздушных петель, а потом 8. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Поворачиваем работу. И теперь находим середину воздушной цепочки и вывязываем элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. В этом узоре надо менять ниточки. Вот в третьем ряду она обозначена, нить обозначена другим цветом на схеме. Мы добавляем нить, если вы хотите вязать разноцветный пуловер. Связали элемент 4 столбика с накидом из одной точки, 1 воздушная. Переходим в следующую арочку, находим середину. Оттягиваем вот так крючком, и нам будет видно, где эта середина. И из этой точки мы вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2. 3, 4. Провязали. В конце ряда мы делаем тройной накид на крючок. Заходим в первую петлю в начале воздушной цепочки и провязываем столбик с 3 накидами. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда у нас 1 воздушная петля, мы помним, да, и набираем еще 8 воздушных петель.
переворачиваем работу, заходим в арочку между двумя элементами и провязываем столбик без накида. 1, привязали 8 воздушных петель, заходим в конце рядов пятую петлю подъема и провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда 5 воздушных петель. Вяжем как 3-й ряд, переворачиваем работу. Можно вязать либо из одной петли, либо из одной арочки, но тогда рисунок будет уже не тот. Здесь у нас треугольник. Если мы зайдем под арочку и отсюда мы будем вывязывать 4 столбика с накидом из одной арочки, то у нас получится квадратик. Смотрите, как отличается, видите? Это у нас из одной петли получился треугольник, а это у нас из одной арочки получился квадратик. Мы можем распустить и заходим крючком в арочку, находим или считаем, или находим петлю посередине и из нее вывязываем 4 столбика с накидом из одной петли. Не из подарочки, а из петли. 3, 4. Вот эти нюансы, они существуют. Это и есть секреты вязания. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку. Вот так крючком поддеваем и находим петельку посерединке. Из нее вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Мы с вами связали 4 столбика с накидом из одной точки. В конце ряда мы делаем 3 накида на крючок, заходим в первую петлю и провязываем столбик с тройным накидом. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало следующего ряда. 1 воздушная петля плюс 8 петель воздушных. Заходим в арочку между элементами, привязываемся столбиком без накида. 8 воздушных петель. В конце ряда мы привязываемся в пятую петлю подъема столбиком без накида. Следующий ряд 5 воздушных петель. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую мы будем вязать, кто захочет связать модель, оставлю в ссылке под видео. А всем пока-пока!